Здравствуйте, представляем вашему вниманию монолитные кварцевые обогреватели ЭКО-кварц. Идут они в такой вот упаковочке, выглядят вот таким вот образом. Это две модели, причем одна модель у нас 400 Вт, 300 Вт, другая 620 Вт. Ну, сейчас покажу вам. Идут с ними такие вот крепления на стеночку, значит два снизу и один сверху. Сейчас покажем на примере. Вот этот первый, да, включаем его на ваттметр, смотрим. Видите, визуально они одинаковые, ну 390-400. Опять же, тут небольшие погрешности ваттметра, ну в любом случае. Смотрим, это 400 ваттный обогреватель. Вот сейчас смотрим тот же самый, включаем. Это вот у нас 620, даже больше, наверное, 600. Сейчас включим, вы видите, мощность 680 ватт, видите. Вот это вот как кварц. То есть для чего сделана тут мощность побольше? Ну, для помещений большей площади. Также достаточно экономичные обогреватели ЭКО-кварц. Покупайте обогреватели номиналом 400 Вт и 620 Вт. Ну, 680 Вт тут средний. От компании Агентство современных технологий город Красноярск. Спасибо за внимание.